Всем привет, ребят. Ну что, опять очередная инфа по обнове. Новый скин, новый герой, новый там, не знаю, монстр. Пока ничего не известно. Но думаю, мы скоро с этим разберемся. Я надеюсь, что завтра, послезавтра у нас уже будет обнова на этой неделе. Если нет, то, значит, на следующей. И мы уже 100% узнаем. В общем, сейчас покажу вам темку одну, что у нас опубликовали на Твиттере. Вот так вот уберу себя. Что это? Вот напишите в комментах, что вы думаете. Похож на Анубиса, возможно, опять же, новый облик Анубиса, который неизвестно, что будет давать. Возможно, новый герой. Ну, скорее всего, мне кажется, что Анубис похож очень на Анубиса в новом облике, так как там и Фрейя. То ли это брат Анубиса? Пишите, короче, в комментах, что вы думаете. Во всяком случае, интересно будет посмотреть на это. Тут также показывают вот скин. Не знаю, почему 4 части, вот что это означает. Не просто так они разделили на 4 части. Возможно, какие-то улучшения будут новые. Hello, Molten, wait a second, something is not right. Что они хотели этим сказать, непонятно. Что-то пошло, короче, не так, и у нас что-то случится. В общем, вот так вот, такая вот темка. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ну, это уже интересно, что же будет все-таки в обнове. Возможно, будет какой-то переворот, и без донатов дадут скины. Но это, опять же, не точно. Такс, что у нас сегодня интересного есть? Shopping spree, Clashers Day, дискаунт. Ой, опять офигенный дискаунт. Надо будет это все позабирать. Не хочу я пока тратить монетки, потом заберу. Так, что-то меня уже скинули. Ну, я целый день не воевал. Так. Что у меня тут по команде? Такая вот команда. Не помню, я менял, не менял. Сейчас мы зайдем, посмотрим на героев. Вроде ничего никому не менял, все на месте. Сори, ребят. Такс, Валик, я тебя прибью, если он будет смотреть видос. Так. Или, Валик, я тебя передоберу. Я записываю видос. В общем, что у нас интересного? Давайте так. Поехали. Смотра, как обычно, побьем. Команда не изменилась у меня. Я в прошлый раз нормально догнал. Ну, тут плюс-минус рандомчик. Бьем дальше. Посмотрим, что у нас получится сегодня. Такс. В общем, что могу вам сказать? Добавлено то ли два новых скина, то ли не знаю, что они будут давать. В любом случае, просто так IGG их добавлять не будет. Это раз. Новые здания в гильдейской, магазин, это два. И это реально очень круто. И интересно будет посмотреть, что же там все-таки будет, каким образом этот будет магазин реализирован. Надеюсь, что это будет реально интересно, чтобы можно было там гильдейские какие-то плюхи. Но самый идеал был бы, конечно, какие-то гильдейские реликты, там арты, донатные, бездонатные. Вот прикиньте, донатные артефакты, и гильдия Сардели бегает там, либо на английском сервере там просто тупо все. Ну, это такое, это не скоро будет, да, я сомневаюсь, что оно будет, потому что из-за доната большинство людей просто уходит из игры. Вот, поэтому, что могу сказать, интересно. Жду обнову посмотреть, что же все-таки будет. Интересно по поводу этих обликов. Будут они качаться, не будут они качаться. Каким образом их получать? Просто дадут бесплатно, типа на выбор. Ну, тогда этого смысла. Ну, просто облик новый. По сути, он ничего не меняет. Может такое быть. Не знаю. В общем, посмотрим. Просто на 4 части как-то разделили. Возможно, это просто, знаете, как пазлик, типа, соберите. А возможно, это что-то будет означать.
Ну вот интересно будет по поводу этого же Анубиса. Возможно, они из реализацию какую-то анимашку сделают прикольненькую. Я, честно говоря, в этом плане не против, хотя игра и так для мобилки достаточно неплохая. Реализация у нас, визуализация, скины, что у меня даже мой топовый комп подвисает. Нокс не выдерживает. Вот прикиньте, все игры идут в 4К на максималках, на ультах, мега ультах. И тут битва замков, и она зависает. Это просто печально. Прикиньте, насколько они там подкрутили. Интересно, будет это донатный герой, не донатный герой. В общем, не знаю, очень-очень много интересного, думаю, будет. Но это не прикроет минуса 30-го прорыва, 20-го прорыва. Это никак это не перекроет. Возможно, вот я же говорю, добавят возможность третьего таланта. Было бы неплохо. Но я хотел бы, чтобы добавили возможность выбора чар для каждого героя отдельно. Вот это было бы реально круто, потому что одни и те же чары на героях немножко нас ограничивают в возможностях. А так бы и чары, и созвездия было бы реально круто. Ну, в общем, по игре поменять нужно многое. Никто уже не говорит о локациях, которые у нас уже вышли. И печальные. Их никто так не меняет. Единственное, вот мне плюс понравился в лабиринт. Начал бегать гоблины. Вот это кайф. Что там у нас по рангам? 4305. Да, неплохо они рубят. 4305, у меня где-то будет 270. Но это надо заморачиваться над чарами. Ой, куда я побежал? У меня стандартно 90 лямов. По сути, мне эта локация вообще нафиг. А, надо еще вот это, кстати, брать. Влияет на урон. В общем, вот как-то так. Поэтому пишите в комментах, что вы думаете. Думаю, обнова скоро у нас уже будет. На днях. И тогда мы уже в полном объеме протестим, посмотрим, определимся. Посмотрим, что они хотели этим сказать. Коллекционер сегодня, ребят, Колю тоже сейчас выложу вам. Буду ролить. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки руками, ногами. Всем, чем хотите. Конкурсы идут. Еженедельку мы разыграли. Многие спрашивают, где еженеделька была на стриме. Эта неделя, опять же, новая еженеделька. Может, скоро мы уже Минотавра получим. Я что-то не посмотрел акции, что там у нас по акциях. В общем, веселого будет очень много. Такс. Что у нас еще интересного? Блин, вот здесь бы ускорялку сделали, тоже было бы неплохо, потому что сидеть 3 минуты, вот эту вот хрень ждать, тоже реально напрягает. Ну, сидишь, я решил потестить максимум, что же мы сможем набить таким составом, выживание плюс доспех. Вот это вот мне больше всего интересно посмотреть. Плюс-минус у меня получается 90 миллионов за заход там. Где-то так. Еще надо будет попробовать приспешников, тамплиеров. Такс. Тун-т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 ун. Надо сделать какой-то конкурс, угадайку. Давно мы уже ничего не угадывали. А вдруг? В прошлый раз, конечно, 3 человека очень близко были. Но позапрошлый угадал аж 3 человека. Поэтому многие там возмущались, что это нереально. Все реально. На это и конкурс угадайка. Это не рандом выбирает, это сам угадываешь.
Так, и того, что мы имеем 269, вот так вот, даже сместился чуть-чуть на четвертое место. Ну, вот это, в принципе, это все фигня. Дальше будет веселей. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.